Таможня дает добро олимпийским грузам всего за 9 минут. Это настоящий рекорд для всех портовых служб. За этот небольшой промежуток времени один 40-тонный контейнер снимают с судна, ставят на трейлер и проводят полное сканирование содержимого в мобильном инспекционно-досмотровом комплексе. Сегодня в порту пришвартовалась судно «Талага» из Турции. На борту около 50 контейнеров. Среди грузов уникальное сценическое оборудование из Великобритании для проведения церемонии открытия и закрытия зимних игр на Олимпийском стадионе «Фишт». Рентгеновские лучи просвечивают каждый сантиметр в контейнере. Как уверяют таможенники, провести контрабанду через этот аппарат практически невозможно. Таких передвижных комплексов в Сочи 7. Они вторично сканируют грузы уже перед воротами олимпийских объектов. Сканирование производится 9 объектов в час, то есть где-то по 6 минут каждый объект сканирования. Отлаженная работа всех взаимодействующих структур, начиная от таможенного поста и заканчивая администрацией таможенного самого порта. Секрет скорости в Ростаможке кроется еще в специальной олимпийской декларации. Таможенникам с начала года существенно упростили процедуру заполнения необходимых документов для прохода международных грузов на нужды Олимпиады через границу. Перемещаются без применения мер тарифной политики, а только лишь с применения мер ветеринарного контроля. И, собственно говоря, единственный документ, который надо представить таможенный орган, это саму олимпийскую декларацию, которая заполняется 9 позиций, и приложить пакет товаро-транспортных документов. И все. Порт Имеретинский за время большой олимпийской стройки принял около 5 миллионов тонн грузов. Как отметили в руководстве порта, масштабы и объемы этого морского хозяйства позволяют принимать такое количество строительных материалов и всевозможного оборудования всего за один год. Татьяна Нагорская, телекомпания «ФКТ».